Меньше чем через сутки стартует благотворительный марафон «Дот Пиццы. Дай 5». Его уже третий год подряд совместно организуют Латвийское радио и Латвийское телевидение. На этот раз средства соберут на реабилитацию онкологических пациентов. В стеклянной студии на привокзальной площади проходят последние приготовления. Стеклянная студия уже на месте, но пока из нее раздается не музыка, а звуки молотка и дрили. Диджей радио ПЦЛВ, которым предстоит провести в стеклянной студии целую неделю, приехали проверить, как идут подготовительные работы. В этом году студия станет более яркой, а за прямой трансляцией в интернете они сами смогут следить по маленькому монитору прямо возле пульта. Диджей Магнус будет участвовать в марафоне уже в третий раз. Мы уже поделили время, кто из нас когда будет выходить в эфир. Каждому выпадает провести в стеклянной студии по две ночи. В этом году мы будем работать в эфире не по одному, а по двое. Пока двое будут работать, третий сможет немного поспать. Для этого у нас оборудована спальня с двухъярусной кроватью. У нас также есть свой душ и туалет, так что можно сказать, что мы сюда переезжаем. Я вот сумку с вещами еще не сложил. Марафон «Дот Пиццы» продлится 149 часов. Гостями студии станут более 50 известных актеров, музыкантов, спортсменов, врачей, психологов, комиков, блогеров. За происходящим в студии 24 часа в сутки можно будет следить в эфире Латвийского радио 5, а также на портале dotpiece.lv и по латвийскому телевидению. Алексис примет участие в марафоне впервые. Это фантастическая возможность для меня в столь молодом возрасте сделать что-то хорошее для людей, занимаясь тем, что я делаю ежедневно. Поэтому я очень жду завтрашнего дня. У меня была возможность 2 года наблюдать за всем, что происходит в стеклянной студии, со стороны, на экране. И теперь я очень рад, что на сей раз буду внутри. Цель марафона – собрать средства на реабилитацию онкологических больных. Каждый, кто решит принять в ней участие, сможет заказать у диджеев любимую песню. Она прозвучит в эфире. Проще всего открыть интернет-страничку dotpiecy.lv, вписать название песни, свое пожелание, а также, если хотите, адрес электронной почты и телефон, плюс сумму пожертвования от 5 евро и выше, без ограничения. Но можно сделать это и непосредственно здесь, бросив деньги с запиской в специальный ящик, которую установят на двери. Стеклянная студия начнет работать уже завтра в 17 часов. Ян Рубинчик, Игорь Стац, Латвийское телевидение.